Всем привет, ребята, это я, Давид. И сегодня мы будем, типа, знаете что? Мы пойдем Rainbow Friends. Все, я буду вот так снимать. Так, я заряжаю планшет, смотрите. Идет запись, вот запись, которую я... Сейчас, а если я уберу ее, знаете, что произойдет? Видео выключится, и все, и хана. Поэтому, тобоксы, да, как я говорил, мы будем проходить. Идемте вот сюда, и это моя первая игра. Эй! Я что, не понимаю, все. Мы заходим, и у меня сразу что-то живот крутит вначале. Но когда я очень рад, я сразу его начинаю крутить. Я хочу найти там секретки. Если вы знали. Так, помните, я в том видео говорил, что там есть такая штука специальная. И там вы найдете. Знаете что? Говорю. Голова первая. Так, а нам, видите вот это? Это первая голова, где мы сбежали. И как они так все продумали? Мозги не взорвать просто. Как так? Вот. Смотрите, мне пока никто не написал ничего. Что? Блин. Тут что-то было давно зашифрено. Я не знаю. Ну попробую. Какой-то код вообще. Что это? Блин, не пойму, что это. Но я знаю одну штучку. Тут у меня пасхалки. Завалялось только не 15. Там нам нужно срочно сбежать за карту. Вот. Вот такая вот штучка. И мы тут едем. И типа... Вы понимаете, какое у меня имя? Ну, другое почти. Но смотрите, какие у меня коробки. Я поиграл там только немного так. Да, вы не против. Это третья голова там. Но почему там именно обычная карусель? Это мой хомяк. Чё там? Всё плохо. Всё. И типа, надо торопиться пока. Ой-ой-ой-ой-ой. Типа вот такая секретка. Там вы сами поймете. Это уже я играл много раз. И я не знал такой секретки. А так, если вы знали, такие знаки, это просто вот такие вот штучки. Это шутка. Полная шутка. Все, идем в круг. Все, мы в круге. Я жду пока. Да блин, на хомяк, да, замолчи! Хомяк. Листик. Листик. Ахурмат. Все. Перелез через забор. Два. Как-то. От ворд. Что так быстро? Так, давайте просто зайдем за карту. Когда мы загружаемся, мы в таком синем круге. Вы знали? Это... Ож. Мы просто загружаем карту. И это фигня. Чё это? Во. О! Жды. Не... Сами прочитайте. И напишите в комментарии. Игра начинается. Всё, мы бежим. Уже столько там, что чего написали. Блин. Я уверен, что это вот почему был вы, почему
Ну, блин, это так быстро. Сейчас сразу одно, да, языки, а потом другое. И мы бежим. И там нам не показали ту картинку с радужными друзьями. Это, ребят, просто какая-то взрыв. Получается, там их нету. Но подождите, я вам еще не все не рассказал. Все, бежим. Когда открывается дверь, это очень заметно, поэтому мы уйдем подальше от двери. От двери. Я помню, что в самом начале игры есть одна ложь. Все, закрываем. Ну, как так? Вот это я. Нет, это не я, ну как-то так. Ну, если их нету, пошлите вот сюда. Начало тут начинается. У нас с вами был Фрэнс. Пока никто не собрал. Да, я знаю, у кого они. Их нету. О, есть, есть, есть. Но почему нам не показали? Ого-го. Бежим. Ого-го. Фиолетового. Все, бежим. Я знаю, куда нам нужно для начала раунда. Я думаю, сюда. Я пока покатаюсь, а тут на синем вообще страшненько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как так? А не завка? Ребят, мы в коробке. Блин. Как так? Лайфхак какой-то неудачный, скажу я. Блин. А как так? Коробка, я что могу? Так, ребят, если мы можем прыгать в этом, это знает. Ладно, мы пойдем сюда. Да, это какая-то жесть. Да. Тут как-то надо, можно было забраться, я помню, как-то там собирались какие-то подписчики. Или вообще какие-то тут. Был найден. Давай, давай, давай-ка, давай-ка, давай-ка. Не, не был. А, вот, 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 вот. И тут нету, просто. Мы гуляем. Все, мы гуляем по орбитам. Если вы знали, я пытался забраться на эту крышку, но это просто ложь. И, кстати, когда мы одеваем коробку, смотрите-ка. Так, вот, поворачиваем. И вот так вот, вот так вот. И подождите-ка. Я пытаюсь настроить для вас все. Ой, это... Все уже найдено. Ладно. Я голосую. Мне 50 монет. У меня, смотрите, сколько монет. Тут 200 все. Я могу купить новую коробку. Ну, давайте я вот эту куплю. Все. Все, и вот эту могу купить. Спасибо. Я, смотрите, я все вот эту возьму. Пока. Что? Я пока что вот эту коробку. Где я? Все, это раунд желтым. Только я на голубом раунде не буду. Я просто сюда залезу и все. Я буду каждый раз так же ждать. Больше не буду. Это мне Владик подсказал такую игру играть. Магазин. Ну, хорошо, что я не умер. Ой, первый огнетушитель. Все. И первый огнетушитель в моей жизни. Все. Я помню, что когда мы там, они там. Поэтому я помню. Вот зараза. Зеленый тут не должен быть. Как я понимаю, но желтый должен. Поэтому закрываемся. О, да, 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 да. О, кто-то на этом полетел. Это я, наверное. О, один из 15. Вот зеленый.
Я в желтой коробке. А это мой любимый радужный дух. Опять ты. Вот зараза. Так, закрываемся. На всякий случай. Я боюсь просто самого персонажа. О, фу, я и так и испугаю. Зеленый, бежим. Сюда, вот сюда, вот сюда. Закрываемся. Фух. Чтобы у меня сюда прилетело и все, мне хана. Кстати, картонка. Найден. Я тут побуду пока. Это мое любимое место. Нет, это самое лучшее место. Все, вот так вот. И вот сюда. Не получилось. Все, так вот сиди. Они не замечают вот так вот. Да мы так делаем. Не шуми. Опять кто-то там на тарзанке. Я считаю, что лучше забраться самому на тарзанку. Это самый лучший вариант. Что-то у меня уже не чики-пуки тут получается забраться. Давай. О, уже чики-пуки, уже чики. Все, закрываемся. Меня. Все, не меня нашли. Все, я тут. Смотрите, я около гнезда желтого. Был найден. Найден. Вот. Это один лайк стоит. Или подписки. Подпишитесь, чтобы я третью часть прошел и первую. Первый я засниму уже потом. Да блин, да меня же не замечают. Вообще-то, блин. И мы смотрим, как эти радужные друзья тут справляются без меня. Я посмотрю, где тут у нас огнетушители. Нет пока никаких. Нет никаких вообще. Ох. Ты ох. Синий. Ты ох. 15-15. Осталось 2. Вот. Все, тут подожду. Смотрите, это такая потайная комнатка. Ну-то я пытался выбраться, но не получалось. О, уже подсказки выбрались. Круто. Уже подсказки. Только сюда за кроме коробкой. Вот там надо как-то аккуратненько. Давайте вот так вот. Вот смотрите, желтый летит. Все, поймал птичек. Поймала. Она некоторых берет себе. Я вот думаю, вот как так проникнуть. Ура! Я банановый. 75. Ну ладно. Ну, давно лучше. Удивительно. Ну и как его так можно ударить? Я типа спасу. Только на этом разе я не буду выходить. Так.
Так, ребята, как-то вот так. Все, я не хочу убираться. О, желтый-желтый, бежим. Бежим-ка. И подозрительно. Все. И если вы хотите какие-то еще штуки, я покажу вам. Я коробочка. Два укиса из 10. Я видел. Сидим. Зеленый сюда никогда не идет. А вот синий еще как идет. Нам нужно. Ну, хотя синий. Голубой. Голубой. Да. Я не знаю. Нет, точно не идет, я знаю. Давайте вот эту. Все. Поменяли. Давайте-ка. Я так 100 лет буду мучиться. Все, вот сюда. И все. И тут. На этой поверхности. Так, блин, знаете, я не хочу вот эти вот штуки попасть. Я знаю, что есть радужные друзья морфы. Как я знаю. О, папа рядом со мной. Меня гласит это. Вот это бревно гласит о другом. Здесь вот я делал другую комнатку. Ну, давайте погуляем так. Я знаю, когда у нас голубая, надо вот так. Все. Такое легко. Ну, это как-то вот так. Простите, как? Ой, простите. А почему ничего нету? Так. Это уже что-то другое. Ладно. Наверное, next. Next, next, next. Какой-то не next. Только начало. Написали по началу и все. И тут у меня лампочка спрятана. Ну ладно, учиться теперь я знаю. Давайте что там напишем в шкафчиках. И все. Я пытался. Если тут игрок будет стоять, и еще один игрок может как-то подняться и все. И он сможет узнать все секреты. И не получится у меня так сделать. Да не получится никак. Никак. Ну и сейчас, подождите-ка. Я полазю тут. Напишу. На английском давай-ка. Так, напишу. Hello. Hello. Так, мне надо с папой спросить, как пишется hello. Папа, как пишется hello? Hello. H-E-L-L-O. А я тут не вижу H. Вот это H. А. Потом E. E-E-E. H. Потом два раза L. Потом O. Hello. Все. Main. Я хочу написать свое имя. Ну, напиши I am. А, это А в начале? А. Нет. Ты по-английски хочешь писать? Да. Потому что игроки I. английский. М. И вот дальше напиши. I am. Дэвид. Ну, большую букву нажми, вот и пиши дальше. Дэвид. Д. Так, пишу. Д. Д. В. Да, ой, можно да. Да. Ви. В. Да. Ви. Д. Давид. Все, я пока покрябковался. Я посмотрю, что у нас тут. Так. И посмотрим-ка. Вот так. Все, я написал тут. И мы тут на...
это будет эмоциями всегда. Ну нет, чтобы меня не заметили, я буду эмоции показывать. Все. И я пока вверх плюсь. Почему так мало учится? Да, я вспомнил. Этот раунд такой маленький. Нельзя больше было игроков в эту игру добавить. Не 15, а 50. Да. Ну да, эта игра вообще была бы не отстой. Ладно, пока поковеркаюсь. Поковеркаюсь, что у меня тут 80 монет. Что-то можно купить? Нет. Все куплено. Вот блин. Ладно, когда у меня будут зато такие монеты, я могу купить такие. И вообще такие. А почему у меня нет кристаллов? Чего не знаю. Роблокса. У меня загадка. Вот, блин. А колесо есть? А то в некоторых пичках я видел, что можно колесо. Так, я хочу я вот так вот так. Все. Сколько нет деталей персонажа? Все, понял. Я понял. Такого смысла. На один раз убрал свой. Чё? Мы посмотрели под шкаф. Там ничего не было. Ну вот, просто пустота. Он коричневый, а там черный. Это какая-то логово потайная под шкафами. И они должны быть внизу пустые. Надо там, чтобы наши ноги были. Так, настройки. Так. Создано. Рой Стэнфорд и Чаркл построенные карты, Чаркл, Рой, Стэнфорд. А нельзя тут большой? О, Стэнфорд. Получается, тут все написаны настройки этой игры. А нельзя тут как-то... так вот сделать, блин. Ах, так уже 7. А вот этот голубой раунд я точно не буду. Да, это точно как там так. Посмотрим, с кем я могу подружиться. Ладно, я с ним пока его забаню. Её всё, я забаню. Подружился с ним. У меня есть друзья. У меня друзья, ачивки. Вентиляции. Вот и жаль, что нельзя еще дальше одолеть. Я показал все секретки этой карты. Вы это слышите? Эту песню просто вставили. Да. Это не игрок. А знаете кто? Видите? Не знаю, но как-то так. Да, что-то. Вот какой у меня нет аккаунт. Это мой. Смотрите, это мой. Это вот мой. Вот это вот. Стоп! Пэм! Нет. Да! Да, ну, у меня там красный футболка. Я об этом мечтал, а то у меня был другой персонаж. Клёво, а нельзя в красной футболке? Просто в красной. Блин. Я вот думаю, у меня нет робоксов. Если вы наберете лайки, и вы превратите в робоксы, я... Знаете, что я сделаю? Я вам сниму много роликов про Роблокс. Наберите меня, знаете, сколько лайков? 50 и все, я буду рад. Только 50. Ну, если не хотите так, можно скидку 45. Или, ну, просто 39 и все.
Все уже забрали. Лукисы. 100 монет всего. Что у нас можно купить? Куплен. Загадка. А что пока не покупается у нас? Что такого? Все, мы проголосовали. И нам нужно... Сакар, бежим. Ой, не туда побежал. Этот ход точно. Все. Сахар. Бежим. Это один. Сахар. Все. У меня один сахар есть. Пошлите. Да. Ладно. Я не могу отдать сахар. Поэтому придется самому. Успокоимся. Я дадим сахар. Все. Фух, у меня нет сахара. Я его отдал уже давно. Побежали в шкаф. Как же так страшно было отдавать сахар. Зря я захватил сахар. Вообще зря. Зря. 5 из 9. Эту раунду быстро пройдет. Нельзя что-то новое. У меня тут новые, новые. 9 часов. Это как так? Куплено. Зато у меня вон сколько коробок. Я пока покупаю вот так. Все, у меня такая коробка. Чтобы не перепутать всегда с таким коробкой. Я хочу вот такую коробку. Ну ладно. Тоже пригодится, когда в каждом видео по разным коробкам. И она как-то понял, как мы ее держим. Каким-то штырем каким-то. Я не понимаю, каким. Именно... Я понимаю, когда не идет пакет, это значит, что они пока и собирают, и не отдают. Это такие иллюзии, пока. Вот свои пакет взял. Да. Вот, блин, сегодня... Там голубая такая страшненькая. Так, он, кажись, отдал и сразу умер, да. Это жаль. Нет, не отдал, а просто собрал, да. Ну, такие пакеты, значит, он умер. Нет. Должно вот такого быть. Должно быть так. Через 9 часов. Да что, целую ночь буду ждать. Помогом. Покупкам. Загадка. 1000. А вот этот торт я хочу взять. Ну, блин. Если вы мне дадите робоксов, я смогу какую-то штуку хотя бы купить. Ну, какую-то, какую-то, какую-то. Ну, скинь себе хотя бы. Ну, хотя бы скинь. Найдем. О, 6 из 9. А можно 6 перевернуть и сразу другой раунд начнется. Мне не по себе за голубой. Мне не по себе все время. Посмотрим на небо. Звездное небо. Звездное небо, смотрю за закате, вот это синяя картина.
Вот тебе знак картина. Я пытался, там была зайчика, я какая-то. Вот, блин, лавка была раньше, это... Бутура. Бурант. Так, это туда я ходил. Семь из девяти. Ну почему семь? Да. Блин. А, еще два остается. Да где они могли быть? Я вот думаю, ребят. Я же не могу в голубой раут. Кстати, эти рауды начинаются. Голубой раут, желтый раут, синий раут, зеленый раут. Но вначале синий раут, потом зеленый. Но они смешаны, поэтому он называется синий-зеленый раут. Потом желтый раут, а потом голубой. Это и голубой. А потом уже американский. Нет, оранжевый раут. Ну и побег. Мы будем ждать подсказку. Все, давайте. Я жду, когда тебя заберут. Найдите пакеты с сахаром и... Ой, кажется, это подсказки. Да я же вижу этот пакет. Ну, кто-то заберет. Стоп, кто-то умер. Мои друзья. Ой, это я и он. Вот, блин, как так? Давай, мой друг, не умерли. Ты умер, чтобы... Я поищу, какие у тебя там детали вообще. В общем. Такая у меня деталька. Такая деталька. Ценю его. Так, я там написал. Он же тут прорезал дырку. Как так? Это вот эти дети, блин, делали такие корпорации просто. Как так? Знаете, что-то произошло. Я понял, чуть его не убили, да. Он забрал сахар. Спасибо, ты сам лучший. Если побьет, я сам пойду. Один. Это мое одно выживание. О, я знаю его. Он воду добавил. Девять. А, еще два сахара. Где это находится? Он пока там сидел. Бро, сахар, ну давай уже. Я же не вижу тут сахара. Да блин, да я-то бы так не поступал. Наверное, мой друг вообще со мной не друг. О, ну еще нашел пакет, давай. Иди уже, вставляйте пакет. А, я понял, у каждого свои пакеты. Значит, он мне помогает, я ему нет. Ну, я кому-то помогаю, но он не видит. Все. Типа, это мои пакеты, я жду, когда. Не, ну так невозможно.
Раз целый час. Много часов. Ладно, потом найду тысячу. А где я? А ты где был? Ну ладно. Хотя я понимаю. Оранжевый. Так. Корзина для... Ой, надо садиться. Все, буду тут нажимать кнопочки. Мне нужно прибавить. Главное, чтобы было удобно. Вот бы они тут. Раньше говорить тут что-то. Я думаю, что так лучше. Да, такие песни тут надо было тоже. Тут Лукис у нас летает. Тоже сейчас будут. Сейчас. Вон они, покатились. Тила, ну что, у них нет. Сейчас снимай теперь. Давай. Тут голубая. Давайте-ка. Саша, что мы сами пойдем? Тортик оранжевый. Все, я или как? Все, Лукисы тут тоже покатились. Кажись, я такую такие штуки знаю. Не помню, что нам нужно. Лава. Так, бежим. Побег! Я не хочу. Тут оставаться, бежим. Уи! О! Тут никого нет? Нет. Все монстры тут, поэтому я знаю, что. Что они делают. Что? Давай, сад. Был найден. Все, его найдели. Или как? Не помню, куда дальше поворачивать. Все, кажись, голубая. Все, поворачиваем. Побег. Мусор. Все, бежим. Нам нужно как-то сбежать. Вот сразки. Бежим. Я уже проходил, поэтому мне не страшно. Я знаю, куда поворачивать. Это все, это уже конец.
все. Я пробежал, и я спас. Один прошел в самом конце. Это как вообще, ребят? Мне сердце стучится, ну так. Да. Голова 2. Я пошел, кажись. Rainbow Friends. Надо сфоткаться. Все. Только я остался, все. Да, я такую помню в конце. Все по-английски. На русском нету перевода. Вернуться в... Так. Все. Ребят, нам нужно выйти из игры. Ух, ребят, это было реально жестко. Жестко очень. А продолжение будет в других сериях. Всем пока, ребята.